О странном поведении водителя БМВ в дежурную часть ГАИ сообщили бдительные местные жители. На требование сотрудников остановиться парень лишь сильнее давил на газ, и инспекторы пошли на крайние меры. Расстелили на пути бешеные иномарки металлические шипы. Машина угодила в ловушку, но это не остановило водителя. На двух передних колесах БМВ отлетели покрышки, мчащиеся на одних дисках иномарка. В конце концов начала дымиться, но водитель все еще рассчитывал на удачу. Он двигался достаточно большой скоростью, 180 км в час до применения средства, так скажем. Потом уже, когда прокололи передние колеса ему, он со скоростью 110 км в час на дисках двигался. Погоня завершилась спустя час. Задержанный молодой человек вел себя явно неадекватно и категорически отказался от прохождения медосвидетельствования. Сейчас парень находится под стражей, а его изрядно потрепанная иномарка отдыхает на штрафстоянке.